80-летие высшего морского образования отметили в Приморском крае. Сегодня МГУ имени адмирала Невельского – современный международный центр, который готовит специалистов всех профилей для морской транспортной системы. Берем на себя обязательство, что мы будем продолжать развиваться и продолжать формировать ту образовательную среду, которая будет соответствовать не только веяниям, да, нынешнего времени, но и с заделом как минимум на 5-10 лет вперед. Министр профессионального образования и занятости населения Приморья поздравил коллектив университета и подчеркнул, что край является территорией с великими морскими традициями. Низкий поклон всем здесь присутствующим, тем, кто в данный момент, сегодня, находится на своем боевом посту, причем боевой – это не обязательно быть в военно-морском флоте. Это боевой пост, потому что они работают, ходят на кораблях по всему мировому океану, решают задачи экономической безопасности Российской Федерации. Глава ведомства от лица правительства Приморья вручил краевые награды отличившимся сотрудникам вуза. Напомним, на базе университета планируется создать научно-образовательный комплекс. Морская кадетская школа будет включать в себя центр дополнительного образования и детский технопарк, а расположится учреждение на острове Русском. Диана Иванова, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.